Блокчейн-стартап Circle представил новое программное обеспечение, предназначенное для соединения цифровых кошельков мира. Проект, известный под названием «Центр», позволит компаниям, установившим специальное приложение, передавать средства между такими цифровыми кошельками, как Venmo, Alipay или собственным стартапа Circle Pay. По сути, проект направлен на преодоление барьеров между приложениями для платежей, которые позволяют проводить операции с деньгами только в рамках своей экосистемы. Центр, согласно технической документации Circle, призван выступать в качестве общего средства обмена между приложениями, изначально использующими полностью несовместимые валюты. Это означает, что хотя пользователи не обязаны принимать, скажем, токен, привязанный к доллару США, выпущенный на эфириум, они по умолчанию должны принимать цент.